Всем хай-фай, с вами снова я, Ярослав Сегунчевский, вы смотрите проект «Народный махор». Сегодня мы находимся в городе Лобня, на улице 40 лет октября, в ресторане «Венеция». Вы не подумайте, это не дежавю, мы действительно еще раз приехали сюда по вашей просьбе, так как у нас проект «Народный», мы не можем игнорировать эти пожелания, дорогие наши зрители. Вновь встречаемся с Галиной. Ну как у тебя дела-то? Появилось очень много друзей в «Одноклассниках» после нашего 13-го выпуска. Когда я с тобой созванивался, ты сказала, что ты нашла себе работу. Тебя пригласили благодаря нашему проекту выступить на свадьбе. Это так, да? Это правда. Ой, я очень рад. Кстати, это хорошая идея. Чего это же я раньше так не подумал? Если вы хотите увидеть наших участников у себя на торжестве, там, на банкетах, на свадьбах, так же и меня, в принципе, что я тоже пою. Вот, пишите мне в личку или по телефону, который вы сейчас увидите, или пишите на почту, которую вы тоже сейчас увидите. Большой привет всем моим поклонникам. Могу даже перечислить самых активных по именам. Это Женечка, Сережа, Борис, Николай. Огромное спасибо конкретно тебе и Саше Кузьмину за то, что вы соединяете этим проектом людские сердца, судьбы. У меня это вообще не касается личной жизни, но поскольку мне люди пишут, не помню фамилия, помню, что Евгений зовут, из Казахстана, пишет, что спасибо огромное, что соединяете сердца. Мы с Галей друг друге не чаем души. Что это значит? Общаемся очень близко, очень тесно. Да? Я знаю, что да. Ты была замужем. Была. Уже не замужем. Уже не замужем. Да. Ну, так случилось, так сложилось. Надеюсь, что мы в этом не виноваты, потому что мне очень жаль, что все так происходит. Песню мы уже выбрали, на самом деле. Ее написал мой друг Владимир Ворон. Все. Поехали.